Дякую вам, пане Ларисе. І зараз від імені почесних гостей свята, делегації обласних філармоній, святкове вітання від Брестської обласної філармонії і директора Зої Шустікової. Дорогі сябри, шановні друзі, уважаемые коллеги, мы просто счастливы сегодня быть на вашем празднике. Замечательный праздник, замечательный коллектив. Просто здорово, искренне за вас рады, поздравляем от всей души. Вам 70, нам чуть больше 20. У нас есть у кого перенимать опыт. Я вот сегодня посидела, подумала, мы ехали к вам. Вы знаете, вы от нас расположены ближе, чем любая областная филармония Беларуси. И кроме того, мало того, что ближе, но наша даже музыка, наши песни, они очень похожи. Мы близки с вами по духу, по крови. Я искренне, как друзьям своим, ну вот что можно пожелать друзьям? Друзьям можно пожелать так, как только себе. Здоровья. Благополучие, творчество, полных залов, хороших, замечательных гастролей, понимания и помощи руководства. Хороших зарплат вам. Вот сегодня посмотрели мы, у вас замечательный просто проект, ну, монет нам показали на слайдах. Вы знаете, я вот желаю мужества, вот тут мало говорят о Сергее Ивановиче, я сама реконструкции. Я вот вижу, этот человек у вас молодец, он действительно провел свой корабль через рифы. И вот у него впереди, я желаю, чтобы была вот эта реконструкция, чтобы вы не на картинке, а наяву имели этот замечательный дворец. Ну и вы знаете, что в такой, наверное, уважающей себя стране у президента всегда есть черный чемоданчик. Я понимаю, в такой солидной организации, как Волынская областная филармония, у ее директора тоже должен быть свой чемоданчик. И вот мы его вам привезли. Еще раз праздником вас!